На этом месте водозаборный узел был построен еще в 1963 году. В связи с аварийностью оборудования и обрушением здания его вывели из эксплуатации. А чуть более года назад объект начали модернизировать по федеральной программе «Чистая вода». Сегодня ВЗУ уже присоединен к системе водопроводов протяженностью 11 километров. По опросам жителей, претензий к качеству воды было предостаточно. Теперь же обеспечение микрорайона улучшилось радикально. А когда началась реконструкция гидроузла, возродились надежды на скорейшее и надежное обеспечение чистой питьевой водой. Необходимо было иметь, во-первых, резервные мощности и для того, чтобы этот микрорайон нормально обеспечить. Ну, учитывая, что наш городской округ бурно развивается, запас по воде вообще остро необходим. И вот эта реконструкция этого ВЗУ как раз дала нам возможность, первое, обеспечить бесперебойное водоснабжение качественной водой и получить резерв для развития микрорайона. Вода поднимается с глубины около 70 метров Касимовского водоносного горизонта. Здесь же смонтировано хранилище объемом 1500 кубов. В сутки оборудование будет поднимать 2500 кубометров воды. Надеемся, что будет хорошая вода у нас. Пироговский ВЗУ встроен в общую систему водоснабжения городского округа Мытищи. Жители микрорайона и ближайших деревень получают качественную чистую воду. Сергей Берзин, Надежда Булгакова, Первый Мытищинский.